I'm alive. Кашку уже сварила, сейчас чуть постоит, настоится, крышка сломалась, что-то в этой кастрюле сейчас нету крышки. А, мою шпинат, Клим со мной. Нет, нет, не залази на стульчик, иди. Это наша с Климом кашка, обогащая ее вот миндальным урбичем. Можно самим просто размолоть миндаль, либо размолоть с маслом. Я уже добавила, и вот такая универсальная смесь. Здесь тыквенная и кунжутная клетчатка. Тоже вы можете сами все это сделать и добавлять в кашки. Мама, рыба-бабочка! Рыба-бабочка! Угу, класс. После вчерашнего шторма, смотрите, вся площадка в ветках. Это все надо будет убирать нашему дворнику. Бусик Кач-Кач. Вот бабуля купила новую игрушку. Новый пластик нам в копилку. Каждый день что-то ходит, детям покупает. Мам, дам. Мама, дам. Да, да, на. Я бабулю не могу отговорить покупать. Пытаюсь донести детям, что пластик это плохо. Что каждая новая игрушка будет лежать сотни лет на свалке. Или еще где-нибудь. Пока что на детей это не очень действует. А где вот теперь европейцы? Клим здесь читает мне географию. Географы подразделяемые мировые... Подразделяют, наверное? Подразделяют мировые океаны. Мировой океан? На... Четыре океана. На четыре. Клим, читай, пожалуйста, чтобы понятно было. Их это Тихий океан. Что ты там прищуриваешься? Я тоже хочу прищуриваться. Ой, да, там что-то видно. Ой. Ну, он просто хочет всю злость из себя вырвать. Выпустить. Откуда в тебе злость, скажи? Ну, просто мне вот... Мама, представляешь, что? Нет, не представляю. Вот такой вот... это... плод стоит уже миллиард дней на одном месте. Какой плод? Вот этот вот. Это Тихий океан, такой название. Мы, вот тут есть такое предложение. Все эти живые существа, рыбы, крабы, омары, вкусные и питательные продукты. Мы это зачеркнули и написали.
Все эти живые существа хотят спокойно жить в морях и океанах, то есть у себя дома. Это вы про кого говорите? Что я не люблю своего братика? Я очень непослушный. Это так на камере видно. Я сейчас вам правду говорю. Я очень послушный. Я люблю своего братика. Никто не должен ненавидеть своих братиков. И никто не должен есть рыбу. Вот если б вас так зарубили и поели. Ой, так что я очень послушный. И чтоб вы мне так больше в жизни не говорили. Я очень сильно люблю своего братика. Следите за собой, а не за мной. Разговор окончен. Давай, покажи, какой ты послушный, читай дальше. На четыре океана самый пол. Вот тут я остановилась. Вот столько шпината намыла я. Сейчас чуть-чуть стечет и свожу в пакет. У меня такой вот пакетик IKEA, многоразовый. Я им пользуюсь, не поверите, я его еще привезла с Дубая. Амалия, если ты смотришь это видео, вот твой пакетик я использую много раз, мою, сушу и заново складываю шпинатик. Мама, смотри, какой раньше был. Мама. Разбираю посудомоечную, мы сейчас каждый день моем посуду. И даже мои новые стаканчики тоже моем. И они, вот, смотрите, отлично выглядят. А оказывается, в прошлый раз я не оставила ссылочку на стаканы. Забыла. Надеюсь, в этот раз не забуду. Вот такая вот красота делает девушка. Это единственный в своем роде. Мне кажется, никто больше такое не делает. У нее можно заказать разные фигурки. Есть здесь и домик, и снеговик, и лисичка, котик. И я заказала вот такие вот просто для смузи, для чая. Можно даже кашку сюда накладывать. Прелесть. Мне все стаканы нравятся. Подожди. Клим любит с них чаек пить. Остали. Какой-нибудь травяной. И я тоже. Еще девушка делает фигурки разные. Очень красивые такие, знаете, в старинном стиле. Тоже хочу что-нибудь заказать у нее попозже. Вот, так что ссылочку оставлю. Обращайтесь. Делаю капусту. Смотрите, залила кипятком банку, чтобы простерилизовать. У меня молодая капуста. Буду нарезать. Вот такую банку ставлю вниз под раковину. У меня теплое, темное место в доме. Сделала мой любимый омлет из тофу. Так мне его хотелось. С помидорами, с черной солью, немного куркумы, карри. И вот прям получается идеально. Можно лук добавить, кто любит в омлет. И вообще не хуже. А черная соль, она прям вкус яиц придает. А еще свой любимый салат с руколой, с редиской. Или с редькой, красная такая. И помидоры. Ням-ням. Ням-ням. Вчера, в общем, посмотрела прямой эфир и поняла, что надо есть много руколы. Именно вот такой горькой зелени. Очень хорошо. Ощелачивает, очищает организм. Я прям соскучилась по руколе. Такой обед у меня получился. С вкусным салатиком. Клим обожает яблочки. Спасибо. Мне кажется, он только их бы ел. Мама позвала нас на ужин. Тут такая вкуснота. Ням-ням, вообще супер. Пойдем ко мне на ручки, пойдем, мой Масик. Ой, молодец, Вова. Там чем-то пахнет, как на балконе. Все, я убрала. Убрала? Нет. Ой, ти божечки, Вова! Ой, да она еще не готова. Вова. Ой, соскучился ребенок по капусте. Ну, надо подождать 2 дня, Вова. Она еще не готова. Чуть-чуть подожди, Вовочка.
Кашку будешь? Нет. А супчик будешь? Нет. Вовулечка, ну мой масенький. Пришла пора замочить на ночь нут. Давно мы не ели. Хочу сделать печеньки. Хумус можно сделать. В общем, главное замочить. Ух ты, какой грязный. Носит яблочки, ест. Даже если почистил зубы, яблочки есть можно. Да. Яблочки, наоборот, чистят зубы еще лучше. У нас тут романтика. Я вот и Климу тоже начистила. Они любят перед сном погрызть. Вот. И еще пламя свечи очень успокаивает детей. Готовит ко сну. Хорошки мои. Обожаю такое. Да? Угу. Сейчас будет еще лучше. Мама, я вижу прям, как этот воск расплавляется. Вова, скажи всем пока. Не видно, Вова.